В рамках информационно-просветительской акции «Шаг к успеху» в детском лагере «Изумрудный» прошла встреча с заместителем председателя постоянной комиссии по экономической политике, депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 8-го созыва Денисом Карасем. Никита Тофоров, учащийся Дворца детей и молодежи Новополоцка, под руководством Дарьи Трубкиной разработал проект в номинации «Инновации» республиканского конкурса «Симфония космоса». Работа отмечена дипломами третьей степени областного и республиканского уровней. Новополоцкое городское отделение партии «Белая Русь» приглашает новополочан и гостей города на фестиваль, посвященный 30-летию Института президентства в Республике Беларусь, который пройдет 10 июля в сквере около детской школы искусств номер 1.